42, 43, 44, 45, 46, 46.9 апреля 2015 года Госкомитетом национальной безопасности Кыргызской республики в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий в Чуйской области задержаны 4 члена международной наркогруппировки. Было установлено, что данная преступная группировка осуществляла контрабанду и транспортировку наркотических средств в особо крупных размерах. При осмотре автомашины обнаружен тайник, где изъяты наркотические вещества, расфасованные в брикеты в количестве 181 штук, общим весом 175 кг 200 граммов. Обнаруженное вещество серо-коричневого цвета со специфическим запахом предположительно является наркотическим веществом героин. 10 апреля 2015 года по данному факту Следственным управлением Госкомитета национальной безопасности Кыргызской республики возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 204, это контрабанда, и 247, это незаконный оборот наркотических веществ, средств Уголовного кодекса Кыргызской республики. В настоящее время Госкомитет национальной безопасности продолжает следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание соучастников, организаторов и других лиц, причастных к данному преступлению, а также пресечение других каналов транзита и контрабанды наркотиков.